Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы играем сегодня в Roblox. И играем мы не просто Roblox, а Остров Сокровищ. Так, смотрите, какая у нас задача? Задача собирать песочек. Опа! Так, смотри, каждые 30 минут тут закрывается все, и будут появляться монетки. И все бегают, собирают монетки. Но монетки еще не появились, но сейчас они появятся. Вот они монеты. Собираем красненькую, розовую. Блин, розовую собрали. Опа, опа, опа. Да, нифига себе. Как я много собрал монет. Крутяк, крутяк. Теперь нам нужно ждать 30 минут. Берем лопату нашу. И копаем. Тут, кстати, попадаются сундуки. Блин, вон там сундук был. А, вот сундук, 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 сундук. Блин, а где я? Вот сверху сундук. Мы его сейчас будем скрывать с вами, ребята. И мы немножко заработали монеток. Сначала в игре ты получаешь просто ведро. Но, к сожалению, ведром копать это такое себе удовольствие, поэтому... я купил лопату. Я уже, кстати, поиграл 30 минут. И мы сейчас, ребятушки, с вами купим инструмент новенький. Да, у меня сначала такое было ведро вообще. Сила 1, потом лопатка сила 2, сила 3, а у меня 15 тысяч монет. Поэтому я... Блин, вот это большой скупер. Но у меня денег нету на него. Ладно. Купим большую лопату за 8800. Да. Ага, замечательно. Вот такая лопата у нас появилась мощная. Давайте проверим, как она быстро копает. Очень достаточно-таки быстро копает лопатка. Но нам нужно еще прокачать свой рюкзак. Потому что рюкзачок у меня всего лишь на 10 песочков. Это очень мало. Так как у нас 6000 есть, блин, мы купим такой. Сумка XL. Покупаем. Ну все, теперь у нас 250 кусочков песка будет. А смогу я для домашнее животное купить? Нет, 7500. Блин, это очень дорого. Плюс 5 к инструменту. Плюс 10, плюс 15, плюс 17. Ой, все дорого, конечно. У нас только денег нет. Ну, зато мы прокачались с вами. Смотри, как быстро. Лопату мощную взяли. И рюкзачок. Нифига прокопали, как все много. Быстро причем. Нам желательно искать сундук. Вот у нас есть сундук. Сейчас мы его, ребят, сами откопаем. Вот, есть сундучок. Немножко заработали. Прыгаем вниз. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь какой-то очень мощный чувак. Быстро очень копает. Ну, хорошо, ладно. О, еще один сундук, смотри. Мне повезло. Надо куда-нибудь вот так вот встать и просто копать куда-нибудь. Вот сюда. Блин. Над головой тоже песок, мы его тоже уберем сейчас. Ох, нифига, что это за... Сундук с костями. 770. Ну смотри, у меня лопата хорошо копает. В том плане, что... Мы быстро прокапываемся. Любительский охотник я теперь. Сначала я был новичок, потом охотник, а сейчас любительский охотник. Главное, чтобы мне хватило сумки песка. Нифига, наверное, не хватит. 160, 180, блин. У нас слабенький, конечно, рюкзачок. Короче... Фишка такая, что можно, даже если у тебя переполненный будет сундук, все равно продолжить... сундук говорю. Рюкзак даже если полный, мы все равно можем с вами открыть этот самый сундучок. Игнорируем то, что у нас рюкзак полный. Потихонечку мы будем сундук сейчас с вами разбивать, так сказать, да, открывать его. Ну какой... Смотри, у меня сила немножечко упала, в том плане, что мой портфель-то уже полный. Но я думаю, мы все равно этот сундук с вами раскопаем. И посмотрим, сколько нам дадут денег. Если денег много будет, то я куплю питомца. И посмотрим. Реально у нас улучшится копка. Либо может лопату какую-нибудь. Ну блин, лопату уже, наверное, я какую-нибудь мощную куплю, потому что я очень много денег потратил. Так, 280. Блин, как же долго, смотри, стал открываться. Но если я сейчас пойду продавать песок, нажму продать, то я вернусь на карту.
И маловероятно, что я потом найду этот сундук. А хотя мы его с вами сейчас откроем. Денежек у меня сейчас 4051, получается, рубин. Ну, хорошо. Да, долго, конечно, мы его откроем, ребята. Ну, давайте подождем еще немножечко. И мы его, конечно же, откроем. О, 105, 98, 91, 84, 77, 7, 7 ударов у меня, короче, идет. 7, 7 песка, ну это мало. Ну ладно, ну давай, открывайся, еще чуть-чуть осталось, а. Ох, я... Сколько? В смысле? Алчный охотник, в смысле? Это что такое? У меня 6,5 миллиона? Это реально? 6,5 миллиона? Это я что могу купить сейчас? Какое-нибудь крутое... Да! Так, смотри, либо кису. 168, это одинаковые, да? Либо танк, а танк мне не хватает. Ладно, я покупаю кису. Лисичку? Нет, кису беру. Покупаем кису. Ракетный кот. Офигеть, ребята, мы купили ракетного кота. Вот он у меня. Получается, ракетный кот, он рядом со мной будет просто летать на ракете. Ну, интересно, интересно. Давайте тогда купим еще инструменты. Так, у меня 3,5 миллиона. Офигеть. Так, а что ж купить тогда? 1,5 миллиона инструмент, взрывчатка, офигеть. 3 миллиона, джек-молот. Ну, давай я тогда джек-молот куплю инструмент. 3 миллиона стоит. Да. И теперь, блин, нифига себе. Реально, смотри. Так, а ну-ка. А ну-ка, посмотрим. Он еще автоматический, смотри. Он автоматический, или нет? Нет, он не автоматический, кто-то там копает мне. Давай, короче, подожди, у меня сундук был переполненный. Рюкзак, давай рюкзак теперь купим. Рюкзаки, 300 тысяч у меня есть. Блин, нифига себе. 350, вот это возьмем на 5 тысяч. Почему бы и нет? Офигеть, у меня рюкзак. Вот это у меня, вот это я оборудован, нифига себе. Да, она автоматически у меня копает, ё-моё. Такс. А это мне не нравится, что он автоматически... Блин, копает. Ах, куда я улетел, алё. Так, да. А куда я покажу, туда он копает. Так, убираем пока нафиг. Я хочу копать. Нет, он, смотри, я не могу копать именно туда, куда я хочу. Он... А, это потому, что он только вниз, что ли, копает? Это такой у меня копатель вонючий. Ё-моё, ну ладно. А, нет, можно еще, в принципе, вот так показывать. Хорошо. Опа, 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 сундучок, сундучок. Блин, я ничего не вижу. Где сундук вообще? Оп, 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 блин, а как мне теперь сундук открывать? Ребята, либо я реально должен на этот сундук упасть, чтобы его открыть. Либо я что-то не понимаю. Либо чё? Ладно. Короче, опа, 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 вот такой я хочу сундук, слушай. Есть. А как мне теперь вот этот открыть? Блин, я не знаю. Опа, опа, опа. А, я только, видишь, я только могу вниз теперь копать. А этот сундук я открою? А, где я стою? А, получается, сундук... Вот он, сундук. Так открывай его. А! Короче, ладно. Копаем вниз туда. Может, на какой-нибудь...
На какой-нибудь сундук-то мы... Вот сундук. В смысле, копай... Копай сундук этот. Мы копаем его, нет? Да. 7 тысяч. Нифига себе. Я тогда такой сундук в тот раз открыл мощный, оказывается. Я даже не знал. Ребята, вот мы тогда долго так стояли. Мы открыли такой мощный сундук, оказывается, который стоил очень много миллионов. Вот он, белый сундук. Блин, как мне не нравится. Опа, есть. Так, подожди, уберем давай сейчас. Копатель свой. Блин, ну ладно, смотри, я захожу сюда. Опа, заработал. Рюкзак полный. Надо какой-то копатель мне другой купить в магазине. Так, магазин, инструменты. Вот это золотая ложка. 10 миллионов. Двойные совки. C4. А, я же могу... А, блин, не хватает денег. Ё-моё! Так, дополнительные ящики. А что за ящики? А ящики для кожи. Ну, давай один купим. И чё? И чё было? Не понял. Да, тут еще разбираться в этой игре и разбираться, ребята. Так что обязательно подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии, передавай привет. И всем пока-пока. Круто, как быстро я развился в этой игре. Офигеть. Офигеть. Здорово.